В регионе скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в Департаменте здравоохранения Белгородской области, умершие 89-летний староскольец и 84-летняя белгородка. За прошедшие сутки на территории Староскольского городского округа зарегистрировано 23 новых случая заражения. Общее количество положительных тестов – почти 7 тысяч. 6117 человек выздоровели, 761 проходят лечение в данный момент. 112 староскольцев не смогли победить болезнь. Всего в регионе зарегистрировано более 38 тысяч случаев заболевания, почти 34 тысячи человек выздоровели, 3832 проходят лечение на дому, 918 в стационарах, в том числе 20 в реанимации на ИВЛ. Общее количество умерших в Белгородской области – 672.